вот эта книга, которая уже едет, через несколько дней она будет, мне позвонит транспортная компания, скажет, забирайте. Вот, давайте теперь о ней. Если брать вот эту книгу, да, это компромисс между севером и югом. Вот эта книга бескомпромиссна. Здесь или север, или юг. А здесь и север, и юг. Вот. Все законы, которые я придумал, все постулаты распространяются и на север, и на юг. Вот. Она вот так выглядит. Сейчас я объясню, почему я это делаю. Смотрите. Если вы потом вернетесь, кто-то еще не вылез, кто-то еще не заказал ее и не оплатил. Только собирается. Посмотрите, насколько густо, насколько сжато все. Видите? По паре тем на одной странице может быть. Вот это самая соль, это самая, как бы сказать, масса сметана. Это уже не вода. Вот это все, что вы должны, если новичок, знать. И больше с этого момента, сейчас ко мне придет экземпляров 700, да, моя доля, продавать буду я и Трусенко. Придет столько. Вот. И теперь будет так. Больше никаких этих, мол, я здесь говорю, как хочу, это моя отдушина. Если я буду молчать, у меня сердце не выдержит, когда вот эту подлые вещи вот эти вот я вижу. Вот, брат меня не жалеет, потому что ради дела я должен все это комментировать. Корни выпиливают, перерубают. Представляете, идиоты. Вот. Я должен... А эта книга, это для тех, кто... Ну, как сказать? Вот им не нравится, как я разговариваю. Пожалуйста. Редактор Троценко сделал как центрифуги. Поняли, что такое центрифуга и что получается? Вот это и есть центрифуга. Это раз. Это два. Вот. Нет, это получается раз. Это два. Это три. Потом посмотрите и поймете, что имея вот эти знания, можно вырастить сад. А вот там выше, когда выкопаем и обрубим корни, вот, это совершенно проклятие садоводства. Но я еще не все сказал. Вот пришло от него письмо, буквально вот только пришло. Так. Так. Сейчас, где она есть? А, вот он, Троценко. Нет, это наши личные счеты. Сейчас найдем. Вот. Читаем это письмо. Скоро придут книги. Так, защите на это нет. Куда все делось? Это письмо. Да. А, Троценко новой книги. Это брат прислал. Вот он получил такое, как обыкновенный советский садовод. Итак. Так. Да что ты перескакиваешь? Ай-яй-яй. В общем, давайте так. Я расскажу сейчас своими словами, раз я не нашел сходу. Вот эта книга. Так, вот она. Значит, кто участвовал в сборе денег, он получит, и платил по 700 рублей, он получит книгу и в расчете. С такого момента, когда книга вышла, вот с этого момента, если кому-то понадобится, Троценко установил цену 1500 рублей, 1500. К этому отношения не имею, извините. Так же, как Пушкин, на нем тоже деньги за это самое делает, но Пушкин же не виноват, что стоит где-то там сколько, не он, а я такой же, как Пушкин. Значит, принимаю как должное.
Полторы буду продавать по полторы. Вот. Ну, с другой стороны, тираж небольшой. Буду за два, за три, может, и продадим. Вот. Хотя интерес падает. Вот это я хотел сказать. Еще раз смотрим. Я специально укрупнил. Аж вот так. Еще раз смотрим, о чем книга. И стоит ли она 1500.